Попросил что-нибудь крутое на Рождество? Я попросил родаков подарить пятую плойку, а у Санты попросил новый велик. Ха, это забавно. А я попросил родителей новую камеру. Ты у Санты ничего не просил? Нет, и ничего у Санты не просил. Почему нет? У него там на Северном полюсе целая фабрика производства с эльфами. Он буквально что угодно может сделать, если, конечно, ты у него не в черном списке. Постой-ка. Мэтт, ты все еще веришь в Санту? Санта настоящий, ты о чем? Господи Иисусе, Мэтт, тебе родители не говорили, что он не настоящий? Да о чем ты говоришь? Да ты прикалываешься надо мной! Джастас, каждый год с каждым Рождества я оставляю молоко и печеньки для Санты! И с утра в Рождество они пропадают! Как ты это объяснишь? Я не знаю, куда они пропадают, но это точно не Санта! Я плохо себя вел весь прошлый год! И угадай, что я обнаружил в носке на Рождество! Уголь! И как ты это объяснишь? Я не знаю, возможно, твои родители засунули уголь в носок! Так угадай, ты думаешь, что зубная фея существует тоже? Боже мой, Мэтью, ты в зубную фею тоже веришь? Ну а куда? По-твоему, пропадает зуб? Знаешь что? Я не собираюсь с тобой спорить об этом. Потому что если продолжу, Санта снова добавит мне в черный список. Поэтому, как скажет мой друг пасхальный кролик, я ускакал отсюда. Да ты совсем спятил! Санта, ты настоящий? Ну конечно настоящий, тупой ты долбоящер. Где мое молоко с печеньками?